Обратный хват. Целевые мышцы, широчайшие мышцы спины. Работы также участвуют. Задняя дельтовидная мышца, большая круглая мышца, ромбовидная и трапециевидная мышца в конечной фазе при сведении лопаток. Также сгибательный локоть. Бицепсы, плечевые и плечо-лучевые мышцы. Исходное положение. Сидя в тренажере, заведите ноги под валики тренажера. Спина прямая, подбородок чуть вдоль, взгляд вперед. Возьмите за грудь. Обратным хватом, хватом заменить на ширине плеч. Движение осуществляет вверх и вниз. Вдох при опускании грифа в верхней части груди, выдох при возвращении грифа в исходное положение. Техника исполнения. Сидя в исходном положении, притяните гриф к верхней части груди, при этом отводя локти назад, а грудь выводя вперед. В нижней фазе сведите лопатки и задержите на 1-2 секунды в движении. Медленно верните гриф в исходное положение. Следите, чтобы плечи двигались в одной плоскости с тросом тренажера. Не отклоняйте чрезмерно назад. Держите руки расслабленными, чтобы движение осуществлялось за счет целевых мышц. Движение происходит в среднем темпе. Подъем веса под контролем.